проезд авиаторов, выравнивающий слой начал делать. Завтра или когда чистовой? Завтра мы продолжаем выравнивающий, послезавтра чистовой. Послезавтра? Опять же, все зависит от стройного зоны. То есть мы подбираем рецепт, подгоняем. Ну, со стройным с надзором вы уже подобрали рецепт, определили смесь, вы настроили оборудование, которое работает в электронном виде, да, там нет человеческого фактора, нет. Ну, значит, сбоев никаких не будет. Нет, значит, да. В пятницу мы ложим выравнивающий слой и проезд авиаторов заканчиваем, запускаем. Да.